Светлый просторный цех, новое высокотехнологичное оборудование. В индустриальном парке Шереметьево в Химках свою работу начинает новый резидент – компания «Комакс». Компания занимается производством дробеструйного и пескоструйного оборудования. Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать на сегодняшнем мероприятии, посвященном открытию нашего нового завода, которое, к тому же, приурочено к дню рождения компании. Нам сегодня 12 лет. На предприятии более 50 сотрудников. Коллектив небольшой, но дружный. «Комакс» осуществляет доставку, монтаж и запуск оборудования по России и в странах СНГ. По словам генерального директора Сергея Беднева, специализация у компании достаточно обширная. Наша специализация – мы производим, конструируем, поставляем и проводим сервисное обслуживание оборудования по подготовке поверхности, это химическая подготовка поверхности, это дробеструйная, абразивоструйная подготовка поверхности и нанесение покрытий. Это жидкие лакокрасочные материалы, это полимерные покрытия. На открытии новой производственной площадки сотрудники с семьями, представители администрации округа, почетные гости. Появление нового резидента в индустриальном парке – значимое событие в промышленной жизни округа. Сейчас, естественно, объем производства вырос, компания работает очень хорошо, динамично, потребовалось увеличение производственных площадей. В торжественной обстановке вручили поздравительный адрес от первого заместителя главы городского округа Химки Родиона Левочки. Пожелали успехов в реализации бизнеса, со стабильного роста и надежных партнеров. Индустриальный парк Шереметьево – одна из крупнейших промышленных площадок округа. На его территории работают более 20 компаний. Основная задача парка – организация бесперебойной работы арендаторов, развитие их бизнеса и обеспечение полного комплекса услуг. Елена Тараненко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.